Рекомендую всем хозяйкам на заметку простой рецепт, как при горе готовить дрожжевой пирог с повидлом, очень вкусно получается. Можете готовить со своим любимым повидлом к чаю для всей семьи. Многие хозяюшки, наверное, задавались вопросом, как приготовить дрожжевой пирог с повидлом просто и вместе с тем оригинально. Вот я и решила поделиться этим рецептом. Уж больно такой пирог не похож на обычную выпечку. Для приготовления дрожжевого пирога с повидлом нам понадобятся прессованные дрожжи и ваше любимое повидло. У меня было абрикосовое, еще очень нравится с лимонным и апельсиновым. В финале видео вы сможете записать ингредиенты блюда. Начнем с приготовления дрожжевого теста. Разведите в теплом молоке дрожжи, добавьте сахар, соль и ванилин. После этого добавьте в смесь яйцо и растопленное сливочное масло, всего граммов 30, остальное нам потом понадобится. Постепенно добавьте просеянную муку, замесите тесто, накройте его полотенцем и поставьте подходить в теплое место. Через приблизительно полчаса тесто подойдет, его нужно будет обмять. Лайкайте, подписывайтесь, комментируйте. Разделите тесто на две части. Каждую часть раскатайте в прямоугольный пласт и смажьте сливочным маслом. Потом смажьте своим любимым повидлом, разрежьте пласт на равные длинные полосы. Положите полоски друг на друга, верхняя должна быть джемом вниз, затем порежьте поперек. У нас получаются трехслойные квадратики с джемом. То же самое сделайте и с другим куском теста. Готовый дрожжевой пирог с повидлом можете посыпать сахарной пудрой перед подачей или украсить еще небольшими цветочками. Приятного чаепития! Подписавшимся, больше вкусностей! Обещанный список ингредиентов. Повидло, по вкусу. Мука, 3 стакана. Масло сливочное, 50 грамм. Пакетик ванилина, 1 штука. Молоко, 1 стакан. Сахар, 3 столовые ложки. Соль, 1 щепотка. Яйцо, 1 штука. Дрожжи прессованные, 15 грамм. Количество порций, 5-6. Ставим лайк и подписываемся. Ваши отзывы очень важны. Удачного дня!